нашей родной картошки. Нет лучше нашей родной картошки. Да, вот это? Там дырка какая-то. Это курочка, здесь картошечка. Самое классное. Thank you.
Доброе утро. Доброе утро. Почему это не доброе? Выспались? Выспались. Сейчас не готовы? Так, с приездом мы уже приехали почти в Каир. Каир очень интересный город. Население здесь больше, чем 18 миллионов. Кроме этого, приезжает сюда каждое утро из разных городов Египта около 3 миллионов человек. Это исключая туристов, которые приезжают сюда постоянно. Каир по праву привлекает к себе очень много туристов из разных стран мира, потому что в Каире очень много достопримечательностей, такие как 3 пирамиды, музей и очень много мусульманских достопримечательностей. Каир называется город тысячи мечетей, тысячи минаретов. Действительно, в Каире больше, чем даже тысячи мечетей. На каждом шагу есть мечеть. Вы сейчас увидите. Сейчас мы проезжаем через мертвый город. С правой стороны и также с левой стороны мертвый город. Вернее всего, кладбище, мусульманское кладбище. Но в этом городе живут люди. Поскольку у нас есть большая проблема с жильем, людям пришлось жить на кладбище. Почему? Потому что у мусульманов были такие кладбища. Они строят 2 комнаты, в середине двор, где могила. Этот кладбище был далеко от самого Каира. Сюда приезжают в четверг, читают Коран, переночуют и утром в пятницу уезжают назад. Вот, посмотрите, пожалуйста, целый город занимает огромную территорию. Даже школа есть. Вот посмотрите впереди, вы увидите мечеть Мухаммад Али. Самая красивая мечеть и самая большая мечеть на Ближнем Востоке. И другим названием называется эта мечеть Алабастровая мечеть, потому что вся эта мечеть и площадка, на которой построена, сделана с мрамором. Мухаммад Али строил эту мечеть на территории Сейтадина или Грубас Салахиддин Лаюб в 13 веке. Этот Грубас построен для защиты от врагов. Салахиддин Лаюб – это главный фортовец, который все время воевал в Истоносице, который жил в той такой огромной Сейтадине. И Мухаммад Али правил Египтом около 40 лет, правил страной в 1805 году. С его поколения была королевская семья. Самый последний король от его семьи был фараон, которого выгоняли его со стороны президент Насер, когда сделал революцию в 1952 году. Здесь народ доброжелательный, даже с ними можно легко найти контакт. Даже говорят, что ни одного туриста не может просто заблудиться в Каир, потому что здесь люди любят пообщаться и поговорить с туристами. Население Египта всего 60 миллионов человек. Египет разделен на 33 провинции. В каждой провинции есть свой центральный город. Самая большая провинция – это провинция Каира.
а вторая провинция – это Александрия. Здесь, в Каире, не существует никаких правил движения. В Каире около 4 миллионов машин. Здесь каждый едет по-своему. Железное правило здесь – кто сумеет, тот, кто вперед. Понятно? Поэтому везде есть пробки. Вы знаете? Кстати, светофоров мало. Здесь. Но каирские люди, мы считаем их как уже европейцы, потому что поскольку здесь приезжают туристы, они уже восприняли от них какие-то привозные традиции. Даже большинство из них ходит в открытые. Вы знаете, что у нас религия мусульманская, очень много людей здесь соблюдают. Не в Каире, а в разных городах Египта. Некоторые ходят просто в паранджу, другие ходят в платки. Я имею в виду женщин. А здесь в Каире очень много, которые ходят в открыт. Потому что уже они стали более современными. Так, порядок у вас будет такой. Сейчас мы подъезжаем к музею. С вами будет каирский гид, который будет просто рассказывать вам все. Вас встречает музей. Музей открывается в 9 часов. После музея у вас будет 3 пирамиды и сфинксы. И после пирамиды и сфинкса мы возвращаемся где-то в 6 часов. Так, справа вот крепость занимает огромную территорию. На территории это город. Есть еще музей оружия и музей искусства. Вот посмотрите впереди, просто перед вами такой вид, который подтверждает моими словами. Очень много минеретов. Сейчас мы подъезжаем к самому народному району. Или, вернее всего, к старому Каире. Снова мы проезжаем через мертвый город. Вот с левой стороны стенка. Эта стенка, если мы просто едем параллельно с этой стенкой, то мы приедем прямо или подъедем прямо к Нилу. Но эта стенка была связана с цитаделом Салах-эд-дин Аюб. Салах-эд-дин Аюб решил строят вот такую стенку. Высота этой стенки колебается от 3 метров до 10, ширина 2 метра, а сверху он сделал типа канал.
ему надо было подавать воду на цитадель. В конце этой стенки стоит просто механизм, деревянный механизм, который качает воду из воды, из Нила, и подает воду. Вода просто идет просто своим весом туда, на цитадель. Общественный транспорт, автобус, всегда полный, едет. Даже люди здесь просто садятся особенно. С левой стороны самая большая государственная больница, называется Кастрлейни или Дворицлейни. У нас лечение бесплатно, но как везде, просто в государственных больницах ничего нет. Кроме этого, у нас есть частные клиники, частные больницы, но там дорого. Курс лечения стоит.
Мы называем здесь шоферов просто миллиметровщики, потому что они едут с такой точностью. Чтобы пройти улицу, то вам надо достаточно поднимать руки и все. И пройти спокойно. Они сами останавливаются. Сейчас мы подъезжаем к Нилу. Самая длинная река в Африке, которая проходит через 9 стран. Вот впереди телепашня. Рядом вот такое здание белое. Сверху в виде лотос. Это мир.
Министерства иностранных дел. В Каире очень много гостиниц. Вот с левой стороны вот такая высокая башня, Каирская башня. Высота ее 187 метров. На вершине этой башни есть ресторан, который вращается через каждые 3 минуты. И наверху есть телескоп, при помощи которого можно посмотреть любую точку в Каире. А напротив гостиница Hilton Ramses. Самая крупная гостиница у нас. Категория 5 Deluxe. И наконец мы подъехали к Национальному египетскому музею, который считается просто меккой всех путешествователей. Вот с правой стороны Национальный египетский музей. И да, это площадь Эль-Тахрира или площадь освобождения. Так, по поводу фотоаппаратов и видеокамер. Фотоаппарат, чтобы сфотографироваться в музей, то надо покупать отдельный билет. А чтобы снять видеокамеру, то надо покупать билет или видеокамеру. А билет стоит 100 фунтов, это почти 30 долларов. Поэтому нежелательно, чтобы вы просто взяли с собой видеокамеру. Можно оставить в камерохранении и можно просто оставить в автобусе. Автобус никуда не едет. Вот как я вам говорил, что дверь открывается, но поэтому мы подождем. Бон 9. Поэтому мы подождем здесь, пока в автобус. Окей? А? Сколько стоит? 20 фунтов для фотоаппарата. А если я приношу на них? Нет. Смотрите, какой фонтанчик и кувшинки. Thank you.
Сейчас все почти
христиане, евреи, но просто чисто египетские, можно сказать, символы. Здесь у меня двусторонний картуш. Здесь имя знаменитой Наполеона Фаромова Кухалкона. Он написан на моем имя, Бонда Еро. Я помню, что после пирамид я хочу, где можно заказать этот картуш. Здесь у меня не помню. Thank you.
Этот храм называется храм Далис.
правая тоже. Почему? И они считали, что эти религиозные тексты должны помогать ощущать души мертвых. Вот посмотрите царский знак фараона, Фрейда. Вот во-первых, Хатуш. Имя его Хатуш. Фараон носит такую специальную лампу, только такие лупки фараоны носит. Такие. Искусственная борода. Покров символизированная умра, символ мудрости, символ власти. Эмблемы Северного и Южного Египта, папирус, лотос вместе. Значит, этот фараон жил после объединения Египта и имел всю территорию Египта в руках. Два его стояния охраняли этого юного фараона. Ему было 17 лет, когда он начал править Египтом. Он жил, 70 лет жил. Его высота его пирамиды 136 метров была и сохранилась до сих пор. Его погребальная камера внутри пирамид находится на глубине 60 метров. Но самое главное здесь что? Это не птица, это орел с открытыми крыльями, так будто он защищает голову фараона, защищает фараона, так будто он дает ему власть и силу. Фараон до занятия трона, ну он просто принц. А как только он занимает трон, начинает занимать трон, он становится сыном Бога, значит, святое лицо. Как будто шесть. Лахотеп был читательный отца
Поэтому занял трон после смерти дедушки. Захотел сидеть, носил он что? Сипучку. Что у него сипучка? Уже наша история, как была с богатством. Ну, короче, я потом подробнее расскажу. Короче, жук скоровей – это символ богатства. Или для охраны богатства, удачи. Поэтому они редко носили жуки. Почему? Они все имели, как фигурки, имели нарисованные, жуки нарисованные на папирусе, но всегда старались прятать. Почему? Потому что жук, раз это символ богатства, богатство никогда не будет в вашей жизни. Боится. Поэтому они всегда старались прятать. И спали, где они спали, чтобы там всегда сохранилось богатство, и там не бивали чужие. Там? Вот Неферто, вот ее белая национальная платье. Смотрите, как она выглядит. На голове ее хатхозский парик. Хатху – это кто? Это богиня, святая корова, символ материнского родительства в среде. Значит, она носит хатхозский парик, а вот это счет ее настоящий волос, счет. А тут все потом подумают, что у нас все носили парики, туристы потом подумают, что они были без волос. Это не специально, они там настоящие. Глаза из кварца. Сыроватые, даже не совсем белокурые, они такие какие-то... Ну вообще эти тени всегда с черными глазами. Почему белые глазами? Потому что может быть кто-то, знаете, что они не видят, как он так приятный, у нас сейчас на 12 подошла. Высота став 2 метра 30 сантиметров по какой-то причине.
мы еще нашли? Торос Алёши, на голове его красная белая дорога, что он был богом Египта во время всего Египта, во время Египта. Он был пожалуйста. Что еще? Вдруг справился под голову, что же это за солнце? И вот то, что поможет Стрельский крест. Это не пробка, это знак. Знак жизни или лучше. Символ власти, символ Thank you.
скважины, вот скважины обеспечили воду для тех, которые жили в этом доме. Здесь они спали, вот ванной. Вот эти, это уже далеко от дома немножко. Эти у вас называются амбары, да? Они, у них называются саумай, в которых они сохранили пшеницу, кукурузы, всякие. На зерно? Да. А вот это уже... Последний фараон 5-й династии. У нас